Владика Сергія у нас. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе. Сны, утешители души земные, и жены здесь, и все исполняют сокровища благих, и жизни подателю. Темны, и очистены от всякие скверны, и спаси Боже души наши. О Господи, веси нам благословен гряди во имя Господне, и спрятися, Господи, яко благ тебе лет милости Его, вышедшая бы дождь мимо Господне, по тебе сделаем. Благослови, я иду сзади, там снимают с той стороны, а я с этой. Господу помолим сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господу помолим сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господу помолим сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Тебе, Боже, на солнышко вышкося. Фильм комедийский. Вон мне премудрость, вон мне прокимен глаз четвертый, честно пред Господем смерть преподобных Его. Честно Господем смерть преподобных Его. Что воздам Господи во всех, я же воздадеми. Честно пред Господем смерть преподобных Его.
честно пред Господом. Мир преподобный Его. Господу помолимся. Господи, помилуй. Яко свят еси Боже нашего святых, почиваешь, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Всякое дыхание да хвалит Господа. Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Бога во святых, и хвалите Его, во святых силы Его. Всякое дыхание да хвалит Господа. И Господа, ведите нам слышание Святого Евангелия Господа Бога, моли. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И мудрость прости, услышим Святого Евангелия. Миру всем. От Матфея, Святого Евангелия, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Он мир. Рече Господь, просите и даст вам, ищите и обрящите, там святе отверзится вам. Всяк бы прося и приемлется, толкущим отверзается, и ищущий обретает. И кто есть от вас человек, его же аще, вопросит сын его хлеба, еда камень подаст ему, или аще рыбы просит, еда змея подаст ему, аще убывы лука висущи. Умеете даяние блага, даяте чадам вашим. Кольми паче, Отец ваш небесный, даст благо просящему его. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Господу помолим сердцем сим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. А вот комбайн по лесу стоит, который приобрели дом барабаша, его хозяйство. А здесь у тебя между березами, покажу, на храме крест восьмиконечный, поселок Потеряевка Мамонтовского района Алтайского края. Сегодня 16 сентября по новому стилю, 2020 год, среда. Радость, приехал митрополит Алтайский, Барнаульский, Московского патриархата. Господу помолим сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем сим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Баба Серафима Елена поддерживает. 94-й год, война позади. Трактористом работал. Господи, помилуй, Господу помолим сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй,
Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помолим сердцем сим. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помолим сердцем сим. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Святого воистину, ложите тебя Богородицу, Христу блаженную и прине порочную. Тут склад один, там другой склад. Это машина в руки приехала. С этой стороны можно показать. Ну тут свет все перешибает. И все равно видать кресты. Без всяких набалдажников. Ровные полосы. Вот такой должен быть крест. Святые братья наши, Господи помилуй, Господи помилуй.